ударит не собрал. Yeah, привитос, амигос, есть у меня небольшое подозрение насчет того, что эта серия будет конечной. Так, снежный дракончик, я буду звать его Снежный. Второй сдох и испарился, а Снежный, Снежок, как тебе Снежок, Снежочек. А, Снежочек, у него там у самого два снежка там между лапок. А, нет, подождите, драконы же несут яйца, у них нету гениталиев. Это интересно, а как же тогда... Ацейрос и Гвиневер, вот как они в брачную-то? Что там? Ну, в принципе, у него хвост есть длинный, острый, не знаю. Вообще, все-таки больше всего мне интересно, как же батька невесты на эту хуйню согласился. Чего он делает? Он, блядь, меня паром каким-то бросается. От этого мне ни горячо, ни холодно, вообще никак. Это абсолютно ничего не делает, но... А, это немного... Нет... И снаряжение это не ломает вообще ничто. Впереди клад. Заманивают, походу, сейчас пиздюлей дадут. Осторожно, вправо. Второй раз тебя вижу, блядь. За всю игру. Я посмотрел, кстати, насчет изысканного самоцвета. Поскольку ловкости не качал, моя пушка конкретно, в моем случае, станет только хуже от его применения. Нет. О, боже, я похилялся. Сосанта, блядь. Иритильская рапира. Мне кажется, что локацией для DLC станет Иритил в этой части, потому что что-то часто его упоминали. А, нет, подземелья Иритила были уже. Угу. Но тогда я не знаю, будут ли вообще DLC-шки. Я надеюсь, что будет. Как обычно, три ровно, не меньше. Так, Иритильская... Да... Дебилская эта рапира, не Иритил. Ну, Иритильская рапира, ну, Иритил там, где холодно. Она, так же, как и Иритильский меч, добавляет 35 обморожений. Во всем остальном это какая-то обычная борода. У меча 100 крита, у рапиры 110. Велика ли эта разница для вас? Кстати, надо было, наверное, меч на огонь заточить, но я просто не видел, что здесь это говнина сидит. Огненным мечом, я уверен, что я бы ее совсем разделал. Расчленил бы ее. Щит дерева духов. Ах, вот этот щит. Щит из железноствола. Щит дерева духов. Это у нас чего? Это у нас то же самое, что щит дракона, только от молнии. Вот если бы этот ссаный, обосранный богом щит был у меня, когда я дрался с этим неведомым королем, я уверен, что... И я бы его замочил раза так со второго, если не с первого. Потому что, ну, молния это основная атака того этого петухентия. Вот, кроме как молнии долбосить, он практически ничего не умеет. Но львиная доля дамага, влетавшего от этого босса, я уверен, что дуплила именно молнией, но никак не физой. Так, я так понимаю, что мне надо подняться и пройти по этому мостику. Угу. Мне, кстати, обещаю... А, доспехи Хавила мне, кстати, сказали, где лежат. Вот на той стене в болотах, короче, где каменный демон был. И из души каменного демона сделалось кольцо Хавила. Но как... и там еще лежал дракон такой же, мертвый, распластавшийся, как и в том месте, где Хавил был в секретной локе. Но у меня опять вопрос, это как человек должен догадаться, что надо пойти в ту локу, и там будут лежать доспехи Хавила. То есть, что на это указывает? Труп дракона... То, что, ну, я сомневаюсь. Ну, то есть, случайно, опять-таки, кто-то нашел. Я сомневаюсь, что кто-то подумал такой. А, ёпта, у меня же там из души демона получилось кольцо Хавила. Наверное, там доспехи теперь, после того, как я его угрохал. Сомневаюсь, что такие великие аналитики играют в эту игру. Я думаю, что, как обычно, все по случайке. Как и квесты в этой игре проходятся. Так и некоторые комплекты, видимо, добываются с той же вероятностью. Так, это у нас большой зал собраний какой-то, да? А я в прошлый раз вышел куда? На балкон? Или я сюда вообще не дошел? Ну, тут темень, конечно, знатная.
У, факел, бойся, бойся. Я добыл колючий свет, моя стать вождь. Не знаю, зачем я впорол сейчас себе дамаг. Потому что я прокачал себе уровень еще на здоровье. У меня теперь 1000 жизней ровно. Ровно косарик. Ну, давай будем промахиваться, господи. Зачем нам пиздить этот сундук, не правда ли? Вот эта поза из бразильского джиу-джитсу пришла, где поза на спине лежа считается атакующей. В связи с этим я бы хотел себе, наверное, подружку найти, которая джиу-джитсу занимается, чтобы поза снизу, ну, была атакующей. Чтобы она меня атаковала, да. О, нихуя какой парень здоровый, Майди. Ни хрена? Ни хрена какой парень здоровый. Сколько тебе роста? Май, иди посмотри, какой парень здоровый. Так, сейчас, блядь. Попробуем для разминочки ему втащить. А, ну это опять этот красноглазый. Ясноглазый Гюльчатай опять. Которого можно убить из лука. На тупую. Ага, и он под балкон встает еще. Для того, чтобы... А, его еще хиляют. Ну что, мы смогем? У него нет щита, и это хорошая новость. Но у него есть духовный, блядь, наставник, который его лечит. Это плохая новость. Как-то он в легкую отдал его на съедение. Он не пытался его даже защитить, по-моему. А потому что у него их двое. Он говорит, ну одного забрали. Меня второй полечит. Ух ты, ух ты. Опа, опа. Ничего себе, еще и с электричеством. Что-то мне кажется, ты свой меч отнюдь не током зачаровываешь. Ну где же, где же? Где же бэкстап-то? Животворящий, а? Опа. Бля, это вообще достойно операторские работы Джеймса Кэмерона, как минимум, вот это бой. Просто великое сражение. Уголь. Так, а с этой стороны кто тут бряцает латами? Блять, нахуя? Какая мне в жопу ра... Чувак, ты борзеешь. Ты ощутимо, блять, по 25 дамага борзеешь. А, сука, больно, блять, клюнул. Демон с копьем и щитом, это вообще... Ну, блять. Дамаг, дамаг, дамаг. Сучка, блядь, как он повернулся-то? Ну, пожалуйста. Да. Кое-как, блядь, запиздил его, запинал, задрочил. Не такой зрелищный, красивый поединок, потому что, ну, два рыцаря подряд, это уже, извините, утомительно. Самые конченые мобы в этой части, это вот эти сучьи рыцари. Еще их и клирики поддерживают, что... Опять эти статуи без головы. Тут, наверное, блядь, финальный босс этой игры, это всадник без головы, походу, потому что... Ага, ого, нихуя. Чё это такое? А, ну это летающая вот это... Летающая мандул... Летающие мандулоиды, вон они, летают повсюду. Видимо, там и живет один из них. А может и не один. Так, что-то тут... Что-то тут дело нечисто. Ржавая монета, ржавая монета. А чё ж ты сдох-то? Ну, пятен крови вроде нет. Заметили, что убрали ловушки из сундуков, оставили только мимиков? Раньше, бывало, крышечку приподнимешь, а тут тебе херак и стрела в жопу. Клад может помочь вниз. А чё так мертвых много? Устройство не поддается. Даже если на него наступить. Мне что, блядь, доспехи потяжелее надеть, что ли? Это как когда в лифтах раньше, в старых. Ну, не совсем старых, короче, если ребенок мало весит, лифт не ехал. Слово послание. Борода какая-то. Ну, видимо, надо босса ухлопать, только потом откроется проход сюда. А тут с балкона нельзя взглянуть.
кто же там босяра-то? Ух, красота. А, это внизу сад. Сад снедаемого короля. Я там был. Люблю кинуть с верхотуры гордый взгляд на локацию, которую уже прошел. Усиливает атаки при низком уровне здоровья. Вот. Нет. Отстойный вариант. Я не люблю кольца, которые усиливают атаку от максимального здоровья, от минимального здоровья. Я люблю, чтобы здоровье было столько, сколько надо. И оно, от этого ничего желательно. И от этого, блядь, чтобы от здоровья, короче, только жизнь зависела и вся. Атаки эти всякие, ну, блядь, извините. Есть, конечно, боссы, которых надо вот с этим вот кольцом подойти и убить одним ударом, там, кнута. Медаль солнца зачем-то валяется в луте. Вообще не понимаю, зачем. С этой стороны открыть. Прекрасно. Вот снег. Вы слышите этот блевотный звук? Его издают, мне кажется, вот эти летающие хреновины. Вы заметили, да, сходство какое с Bloodborne? Там амигдалы повсюду были. А здесь повсюду теперь вот эта манхренотень летает. Ну, я же говорил, что Bloodborne это такая площадка тестовая. Протестили всякое говно. Вот что себя зарекомендовало более-менее, да, то пошло в основной проект, в Dark Souls. Вот амигдалы всем понравились, когда появились, что они там везде сидят. Вот здесь теперь вот эта вот херня летает. Ну, главное, чтобы тематическое, понимаете, тут драконы, поэтому тут амигдалы как бы не алё. Чё это? Кто это его? Его лучники завалили, что ли? А, вон там в чём прикол. Из-за поворота выходит человек с топором. У меня снаряд. Что же у тебя? Снарядов нету? Не оказалось. Да черт. Ну тоже неплохо получилось. Ни хрена у них болты разрывные. Отлично. Тандем. Тройной. Я на лету должен такие стрелы разрубать. Говно. Блять. Сука, хотел пинком его сбросить. По фирменному. Так, что это у нас за комнатка? Там лежит, конечно, лут. А и дверь, которая с той стороны не открывалась, да? Я должен проверить. Ха, нету там двери. Странно. Батюшка-царь. Кто же ты такой? Собственно, у меня хилок уже столько, что к боссу лучше и не соваться, мне кажется, с четырьмя аптечками. Ага. И опять там этот конь педальный стоит. Ёб твою медь. Понаставил. Ну, где можно, где... О, кольцо рыцаря, нифига. Чё оно даёт? Чё-то знакомое. Увеличивает силу. Намного? Вот у меня сейчас 40 силы, да? Ну, на пятифон, я помню, 40 силы. Мы ставим вот эту ебалу. Получаем 45 силы. Да, 45. 406 дамага, а без этого 400 ровно. Да. Ну, понятно, что это кольцо не имеет теперь смысла абсолютно никакого. Можно было 5 левелов вместо силы прокачать что-то еще. Например, максимальный уровень здоровья. Нет, в новой игре плюс снова от скейлов бонусы начнут давать по многу. Пока вы там не накачаете, допустим, 60 сил или 80, насколько я помню. Блять, зачем тебе такой меч здоровый? Не мог что-нибудь поменьше взять? Мягкое желательно. Блять. Слышишь, я повелителя драконов... Ох ты, блядь, а вот так повелитель драконов не умел. Но какие-то общие приемчики у них все-таки есть. Что указывает на то, что безымянный король тоже был рыцарем каким-то. Видимо, судя по всему. Да не, это просто способность оружия. Хм, мувсет. То, что он его юзает. А это что такое, блядь? Сандали бога Соломона, наверное, можно к ним лбом припасть.
Кстати, Ковенант Дракона, меня что-то в него не приняли. А как тогда этот чувак вторгся? Молиться у алтаря солнца? Гвину, что ли? Ой, жест «Восславь солнце». А, вот куда медали солнца надо приносить. Тупизна. Может, тут надо, где надо делать, восславлять солнце, и тогда тебе... Да, и тогда тебе ни хрена не дадут. В Ковенанте Дракона хоть помедитировал, камушек дали. Тут помедитировал, нахуй послали. Так, а здесь вот дыра в стене. Интересно, куда это я смогу? Ага. Ага. Но я же говорю, мне все равно круг почета надо давать, потому что у меня хилок нет. Отлично, я заблевала. Прям по-божески. Блять, да как же ее ударить-то подойти? Вижу, что происходит. Надеюсь, наши побеждают. Ладно, сука. Даже не собираюсь к ней подходить. Что-то совсем... Это были заразные драконы. Они были заражены. Убивай... Хотя, почему тогда этот дракон уснул после того, как я его собрата угрохал? Видимо, короче, драконы пришли к власти, но драконы заболели какой-то каким-то говном. Опять тьма. Опять тьма, безусловно. Манус воскрес. Он всегда воскресает, походу. Тьму невозможно истребить окончательно, поэтому можно только пламя возжигать, возжигать. Или разжигать, как там правильно. Держаков, как обычно, не попадает по мячу. Бум. Чем больше сундук, тем... О, меч солнца. Вот с этим мечом я в PvP нагибал в первую часть. Там парировать никто не умел. Обратите внимание, что меч крови дракона и меч солнца... Нет, они разные. Меч солнца в этой части, блядь, сделали, что он от волшебства имеет зависимость. Дебилизм вообще. Просто тупость. Один из моих любимых мечей изгадили. Священный фолиант из Лотрика. Но это монашке по-любому надо отдать. И тогда... И тогда наверняка сразу даст тебе она. Тра-та-та-та-та-та-та. Пожалуйста, только не сдохни. О, трупы материализовались. Блять, к боссу бегать, откровенно говоря, далековато. Вам не кажется? Очень далековато. А срез... А, о! Там наверху же лифт какой-то был. Пойдем лифт посмотрим. Может, он меня вниз отвезет. Но чтобы с мобами не драться, мне опять тут полчаса идти, посмотрите, это же тут рыцарь, там рыцарь. Еще какой, блядь, с красными глазами говноед. Вот, как раз я сейчас наступил ему на бронированные поножи. Так, вот с этой стороны. Вот, куда он ведет. Блядь, тут люди умирают почему-то. И чё? Блять, он дернул и сдох. Вот кто его догнал тут? Вниз едет? Да, тут поехали. Кто его догнал? Да кто-то догнал, блядь. Пытаюсь увидеть окошко, в которое можно выпрыгнуть по дороге. Скорее всего, конечно, такого здесь нет. Ага. Бля. А-а-а, нихуя себе. Вы поняли, где я? Ха-ха-ха. Мне тут до костра, ну, все равно два рыцаря. Три рыцаря, блядь. Ну, три рыцаря это еще ладно. Три рыцаря это лучше, чем там дохрена рыцарей.
И не факт, что завалишь. Этих я хотя бы знаю. Отдал монашке фолиант последний. Она сказала, что теперь она знает все чудеса. Блять, он у невидимой. У невидимой. Ох ты, это кого он там бьет? Нифига. Он, походу, хранительницу огня заколол. Интересно, что вот этот за тип такой? Он вообще не разговаривает. Он рассказывает про каких-то боссов, про Олдрика в основном, которого я уже убил. И больше он ничего не делает. Мне кажется, что в конце игры это окажется какой-то, блядь, говноед. Нехороший. Кстати, блядь, осколок кости я же не сжег. Так, замок Лотрика сейчас по Бырику, по срезочке. А я не буду тут ни с кем драться, я просто прорашу, короче. Там же этот монах молится сидит. Правда, по дороге еще два рыцаря и один монах минимум. Два монаха. Здесь, блядь, на каждого рыцаря приходится один монах. Я вообще не понимаю, как так. Сейчас вот надо ему дать освободить мне проход. Все, включаем вторую. Тут кувырочек. Еще один. Все, до свидания. Так, вот этот с копьем ГИБДДшник. Надо его обойти. Херак. Пока нормально. Все, Михаил Шумахер обходит Мика Хакинина. Опа! Свистит только там, смотри-ка. Все. Сосямба. Надеюсь, ты еще и вниз упадешь, и мне душ дадут, нет? Фу, так. Все, надо настроиться на драку с боссом. Там, походу, какой-то дракон. Дракон из веток. Веточный дракон. Бля, как долго лифт едет вверх вообще. Капец, как будто этот механизм крутит два уставших негра. Господи, причем оба на пенсии давно должны быть. Все, пойдем. Взглянем в лицо судьбе. Кстати, после 1000 здоровья за 1 единицу живучести прибавляют только лишь 19 хелсов, ни больше, ни меньше. Доспехи, короче, впереди старуха. Чего? Давай, драконище. Доспехи драконоборца? Да ладно. Они уже, блядь, без него уже дерутся. Мы уже настолько охренели, да? Смотри-ка, чувак, мы пришли в одинаковом. А давно ты щит взял? У тебя же копье было. Я смотрю, отсутствие внутри доспехов их хозяина сказалось на боссе, блядь, не самым худшим образом. Доспехи вооружились щитом теперь, да? Чего Арнштейн не делал, собственно. Это вообще Арнштейна доспехи? Арнштейн, по-моему, был более худенький персонажик. Ты-то что-то какой-то конь здоровый. И у тебя щит... И у тебя на молнию, блядь, у меня щит на молнию есть, но я не знал, что ты молниеносный такой чувачок. Блядь, мне бы его щит, когда я дрался с этим. Ну давай. Ох ты, бля. Когда я дрался с неведомым этим королем, или как его звали? С неизвестным. С непонятным. Мутный король, как он, имя босса. Сейчас пульнет, походу. Нет, рывочек просто. А я вижу, что тут можно еще и спрыгнуть вниз как бы. Зачем-то. Не знаю для чего. Опа, говно космоса. Говно космическое брызгает. Брызжет. А, там пропасть, ёбаный мать. Слышь, драконоборец. Доспехи драконоборца, уважаемые. А что же вы с драконами-то не боретесь, блядь? Вон они летают. Доспехи, наверное, с ума сошли. Слушайте, а если драконоборец... Ну, это, видимо, какой-то другой, блядь. Вот это я уже видел. Где-то. Это какой-то другой драконоборец, потому что Арнштейн сдох от руки неизвестного, блядь, безымянного короля. Поскольку там его доспехи валялись. Да, доспехи говно, конечно. А без своего владельца внутри доспехи не так сильны, как душа доспехов драконоборца. Не драконоборца самого, а только доспехов душа. Слушай, веточка... Странно. А почему же тогда Азиаб дракон в доспехе драконоборцев вселился дракон? Посмотрим, что гласит душа этого засранца. Душа доспеха драконоборца одна из душ, переполненных... Да, используйте... Да. Доспехи драконоборца... Доспехами драконоборца управляет бабочка Пилигрим. Они давно потеряли своего хозяина, но все еще помнят охоту. Охоту, видите? Опять отсылка, блядь, к Бладборну, видимо.
какую охоту, какая бабочка пилигрим. Никогда не было в Dark Souls ни бабочек пилигримов, ни охоты, управляющей, блядь, доспехами. Я надеюсь, доспехи Смоуга я не встречу. Было бы прикольно, если бы их доспехи выступали дуэтом. Знаете, такие усиленные доспехи. Прикиньте, босс, доспехи драконоборца и доспехи Смоуга. Да я, блядь, с ума сошел, наверное, как только их увидел. Нассал под себя, блядь, и плакал 2 недели. Зря они так не сделали. Так, надо души сливать, левел прокачивать. Я не знаю уже, на что тратить эти левелы. Они просто летят, эти сотни тысяч душ просто падают постоянно. То с дракона, то с гондона, то, блядь, с доспехов с этих. Пожалуй, буду качать стойкость. Смотрите-ка, выносливость по 3 единицы теперь прибавляет. Вот все остальное стало прибавлять меньше, чем раньше. А выносливость больше. Почему? Непонятно. Так, давайте что-нибудь я заюзаю на 10-ку. И еще качну. Вот это за это сколько дают? 10-ку, по-моему, и дают. Ну да. Нихера я, блядь, олигарх. Хотел сказать, душовый олигарх, но нет, получается, душный олигарх. А походу в этой части молния прям долбосит. Что-то все крутые боссы здесь вооружены... А нет, это был не крутой босс. А вот теперь снова 2 единички прибавило. Почему? Хуй поймешь. Может, у меня с математикой чего-то. Может, я не понимаю чего-то. Не понимаю. Кстати, в комментах написали, что я не показал, что теперь продают за пепел дракона... Драконоборца или кого там я пепел подобрал. Я сам не понял, что за этот пепел продают, потому что там уже такая каша из доспехов просто у этой торговки, что... уже нихера непонятно, что там за... Этот пепел, что за другой пепел, вообще хер просышь. Но доспехи черного дракона в игре, говорят, есть. Где-то они падают, непонятно где. Также говорят, что есть доспех Фраама. Но я... Ну, что же говорят, я видел чувака в доспехах Фраама. Но я не понял, где он их взял. Во-вторых, доспех Фраама... Ой, ёпты. Доспех Фраама — это очень-очень средний доспех по весу. Поэтому по броне он совсем не самый хороший. Ну и зачем это здесь бегать? То есть можно вниз, 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 вниз. По карнизику. Зачем, непонятно. Внизу очередное место, где я, по-моему, бывал. А, ну это засада снедаемого короля, да. Замок снедаемого короля, видимо, построен над садом снедаемого короля. В очередной раз, кстати, перенастроил звук. Надеюсь, хоть что-то, блядь, слышно. Так, все, тут посмотрел, ничего нет. Отлично. Чё отлично-то? Еще костер. Пиздец. 2 шага. По-моему, это первый случай в играх Dark Souls, где от одного костра видно, блядь, предыдущий костер. Сука, они, блядь, ничего, издеваются, что ли? Чувак, а чё ты сдох? Он с кем-то бился, видимо, с тем, кто выйдет из этих дверей. Ключ. Мечи Готтарда. Ключ от великого архива. А ты кто такой, кстати? Смотрите. Этот труп выглядит совсем свежим. Это какой-то Готтард. Но я его не встречал. Я не знаю, кто это. Что за мечи? Наверное, это какой-то персонаж, блядь, из чего-то сюжетного говноквеста. Охотники, известные как королевские черноруки, использовали парное оружие. Эта пара клинков принадлежала Готтарду, сбежавшему из замка. Готтард быстро поднимался в рыцарские иерархии, что не удивляло свидетелей его потрясающего мастерства во владении мечом, навык удар во вращении. Так, это, блядь. А вот это куда ведет? А, это лифт. Устройство не поддается. Почему оно не поддается? Потому что лифт наверху кто-то держит. А предыдущий лифт тоже, блядь, до сих пор не поддается, интересно. Любопытно, что ключ от великого архива валяется прямо перед дверями великого архива. Значит, Готтард был смертельно ранен, вышел, закрыл за собой двери и умер. А Готтард был крут во владении мечом, так кто же его убил? Знаток кристальных чар номер 2. Судя по всему. Классическая ситуация, когда то, что раньше было боссом, стало теперь... А, здесь ковенант. Ковенант долбящихся в очко. Опять. Радость-то какая, блядь.
больше ковенантов, больше вторжений. Все же любят вторжения. Почему я просто в офлайне не играю, сам не знаю. Давай-ка выйдем. Выйдем, подышим, так сказать. А я не могу у костра посидеть, чтобы ты нахуй испарился отсюда. Нихт. И что ты делаешь? Сама себе дамаг наносит? Зачем? Че, не поперло, да? Я как бы тоже буду лечиться от этого. Ой, клинки темной луны. Ну-ка, давай, чувак. Лазурный путь. Блять. Одна шлюха добегалась, давай вторую уже. Давай второго искать, чувак. Это не все. Это. Ой, бля. Ну почему он ушел? Это же не все. Еще кто-то вторгся. Он почти ничем не успел помочь. Он только деморализовал эту овцу, которая вообще обоссала сразу свои штанишки. Что такое, блядь? По прогнозу дождей не было. Так, а дайте-ка я, знаете, что заюзаю? А где это семя ебаное? Хуй поймешь. А, вот оно. Будь здоров. Теперь мобы нападают на вторгшегося фантома. Только походу. Он где-то затаился. Может, это они просто око красное заюзали? Куда тут идти-то, блядь? А, вот. Вообще охренеть. Великий архив — это долбанный лабиринт. Ой, в очко как влетело. Как там и был. Вот эта локация вообще жесть. О, здрасте. Не помешаю? Помешаю. Ух ты. Атака старости, угадал? Блять. Свечка. Человек-свечка. Легендарный рекордсмен Гиннесса. Чё это такое? Обмакнуть в воск голову? Господи, зачем? Ммм, вкуснотища, блядь. Не знаю, зачем это. Может, я теперь в ковенанте воскоголовых? О, блядь. Сука, нахуй. Поворот не туда, пацаны. Поворот не туда. Жутко. Вато. Знаете, на что это похоже? На институт Менсиса, блядь. Из Бладборна. А это что такое за хуета? Мне кажется, только потому, что у меня воск на голове, я сейчас не умер. Видимо, я не вижу просто их. Или что? Блять, пожар что ли тут устроить? Под конец решили жуть поднагнать. Видимо. О.
Но в любом случае они дамаг по мне не наносят. Я думаю, это как-то связано с воском, скорее всего. Ау. Интересно, а воск вместо шлема как бы лег? Хотел посмотреть. А, они на свет реагируют. Нет. Вообще не знаю, что это за говно, блядь. Чем это мне надо? Но походу тут надо убить знатока кристальных чар. Лестница в какую-то жопу ведет. Нет, смотрите-ка, шлем надет. Ёбаный брат. Чё они о себе тут думают все? Я просто в шоке. Фламберг наконец-то выпал, блядь, в конце игры. Падение сверху не удалось. Снизу лезут. Очень странная локация, чуваки. Вообще не понимаю, что происходит. А почему ты не помер-то? Вот сейчас они дамаг наносят, кстати. Видимо, надо было еще и ноги в воск макануть. Опять это говно. Разберемся-ка. Ох, блять, попал. Ну ебать, колотить. Вставать я, конечно, должен 2 года после этого попадания. Нихуя себе, нахер ты кастуешь, если ты ножом так бьешь сильно. Да пиздец. Конец-то. Ублюдище гребаное. Свиток кристаллов. Жопу ему вытру, блядь. О, что это у нас? Осторожно, бесцельность. Не знаю, где там цельность, где бесцельность. Падай нахуй отсюда. Гол престижа, так сказать. Блять, по этим... Долго бродить по этим архивам придется, если я помру тут внезапно. В схватке с этим ледяным говном, например. Камень утраты. Ну, с другой стороны, я помирать не собираюсь. Но, может быть, придется. А мне вот туда, походу. Потом наверх. Ну и маршруты здесь, не так ли? Все, погас мой меч, к сожалению. Он тут один, что ли? Ну, не тот эффект, на который рассчитывал. Слышь, автандил, блядь. Как там тебя? Ау, ау, ау. Все, я все понял. Не лезу, не лезу. Да хуй тебе, говно вонючее. Ты че, блин? Все таких спамщиков. Комплект эритила выпал. Сет, смотрите. Шлем рыцаря-легионера. Легкий. Легкий, походу, очень легкий доспех. Нет, не легкий. Очень средний доспех. 12.3, это даже, я бы сказал, в сторону тяжелого сдвиг такой. Ну и по броне, конечно, вообще не актуально уже под конец игры. Вот он бы в начале выпал, смотрите, он стильный, синий. Все будет в таком ключе. Одет будет главный герой. Кто-то попросил показать комплект Арториуса. Я в шоке, что кто-то, блядь, его еще не видел.
Вот так выглядит комплект Арториаса. Видите, что он мало чем отличается, да, от волчьего. Доспех волчьего рыцаря от доспеха рыцаря-легионера. Внешне, ну, только цветом, по-моему, и отличается больше вообще ничем. Так, где мой халат драконоборца? Да, непонятно, почему в комплекте у них такой шлем голимый. Вообще ничего. Блять, заебало. А, проклятие накладывают. А если наложат, то ваншот. Жестоко. Ток, нихуя тут читатель такой. Поток душ. Какой-то, блядь, Альбус Дамблдор сидит прям. Я там слышал что-то типа храпа, по-моему. Да, хер тут. Этот читатель любил залезть повыше, я смотрю. 74 тысячи душ опять накопилось. Опять пора сливать их. Кто-то тут помер, не выдержав натиска спамового, видимо. Еще там с балкона была лестница вниз. Да пошли вы нахуй, слышите? Серьезно. Странно, что никто не вторгается. Мне кажется, здесь не ковенант. Это кто-то око юзанул и решил мне дать просраться. И хер угадал. Бывает. Короткий путь. Вот это короткий путь. А вон и лут. А как его забрать? Ага, сверху. Да, конечно. А, у меня воск с головы пропал, поэтому они и дамаг стали проклятия накладывать, видимо. Че, опять за воском идти, что ли, нахер надо? Так, там, где писали бесцельность, я так понимаю, на самом деле проход за вот этим лутом на крыше. Это кто-то просто очень невнимательно и написал, что бесцельность. Вон она, да? Нет. А как? Но где-то на этом этаже я вышел. Сейчас посмотрим, что тут за бесцельность. Тихо. А, да, тут нету выхода. Ну тогда вообще хер его знает. Как... Ага, вот она. Нет. Это реально беспонтовая, бесцельная хуйня. Капец. Ну и нахрена так делать? Забыли, что хотели сделать, что ли, здесь? Что-то ни хрена не понял я. Хо-хо. И здесь еще лут и еще жук. Ну нахер оно все нужно уже. Доел. Пытаться понять, как туда пройти. Так, срезка, походу. Почему вниз? А, это к костру прямо, что ли? Нет. Секретная стеночка. А где вход? А, вон вход. Надо эстусов зачерпнуть. Да и левел качнуть можно. Хоть и надоело уже летать в этот долбанный храм огня. Уже намазолил мне все, что можно. Надеюсь, это правильный лифт, потому что в этой идиотской локации, из этой саны эти лабиринты, вообще хуй поймешь, что, куда, блядь. Такое говно. Ненавижу лабиринты, серьезно ненавижу. Опять свечка, головая хуйня тут ходит. Не до знатоки, блядь. Своих говночар. Все, нахуй, идите. Ёб твою мать. Перебор не кажется никому. Да, а вот это видал.
Причем попадаешь ему по жопе ударом наотмашь, но не засчитывает, потому что нехуй. С прыжка ударяешь, все. Даже по лежачему можно втаскивать. Жесть, ободрали, конечно. Идиотство, блядь. Как они вот это говно придумают, понять не могу, блядь. Лабиринт, где из книжных полок высовываются какие-то руки, блядь, чего это? Опять сикараха. Блядь, найду чьи-то ветки, блядь, тут лазит. Нахуй, блядь, убери, блядь, с экрана свое говно, в пизду, мне похуй, что там, блядь, идиоты. Пиздец, блядь, вот это сделали, нахуй, ну не, блядь, ну красавцы же, красавцы, блядь. Мои комплименты, блядь, долбоебу, нахуй, японскому, блядь. Который, нахуй, свои надписи, блядь, придумал на весь экран развешивать, блядь, с лутом ебаным. Невыключаемые, причем вот 2 минуты висит, только потом, блядь, пропадет. Ой, блядь, долбоебы, нахуй. Пиздец, пиздец, ну и говно локация, ебать, какое говно, ну просто говно. Она мне, нахуй, Bloodborne напоминает, это уже достаточно, чтобы я ее, блядь, возненавидел. И чё, блядь, думаешь, я за тобой побегу, что ли, нахуй ты мне обосрался? Гномик ёбаный, блядь. Что-то внизу опять дыра в преисподнюю. Блядь, заебало, где уже финальный босс? Пошло, ну нахуй все. Все эти, блядь, книжки, стенды, блядь, хуйня это со свечкой на голове, блядь. Ну чё за ёб твою мать, ну блядь, а? И что? И где я, блядь? Я даже ходить не могу. Блядь, кнопка посреди лифта, охуенно, блядь. Блять, а ведь я могу здесь не последний раз бежать. Убрал свою палочку, нахуй. Блять. Я даже не понимаю, где там мои души лежат. Серьезно, вы где-нибудь видите мои, мои 40 тысяч душ? Может они, блядь, этажом выше где-то лежали? Нет? А, да. Тут же все настолько одинаковое, блядь, до блевотины, что... Просто пиздец. Да, но прежде чем это кольцо заработает, конечно, твоя шкала проклятий, блядь, заполнится. Одел кольцо, тебе дали пол шкалы, и вся она заполнена сразу, по умолчанию. Охуенно. Лестница, кстати, чисто Bloodborne. Вот, блядь, вот один в один. Вот с этими вот, с вот этой площадкой сверху. Раньше в Dark Souls лестница просто была прислонена или пристроена, а теперь такая стала с площадочкой. Заебали эти отсылки к этому говну. Кольцо... Кольцо глубокого засоса. Чего? Кольцо мощнейшего засоса. Повышает сопротивление яду, кровотечению, проклятию и морозу. Все это идет нахуй, потому что все это говно. Под конец игры, мне кажется, никто вас не будет ни травить, ни морозить. Ну, морозить, может, будут. Да-да, какая высота. Без лестницы тут прям вообще никак. Я не понимаю, блядь. Конец всего этого. Он где вообще? Сильный враг. И кто этот, блядь, сильный враг? Веточка прилетит. Вау. Горгулька. Что, шлюха не ждала? Да, горгулька резво возникла тут. Как бы намекает на то, что я постоянно теперь буду их, да, встречать. Вон, походу, вот там финал. Но я базарю, что этот викторианский гребаный собор, это, блядь, просто вылитый Bloodborne. Опять эти вороны.
А где у нас костер, вообще непонятно. Там жука где-то слышу опять. Ну не то, чтобы мне было как-то особенно интересно. Я уже заточил себе меч, мне... а из жука обломок все равно не падает. Блять. Да-да. Хорошо, что я не сорвался вниз, а. Блять, ее пнуть нельзя, что ли? Слышь, говно. Давай, ты уже и так на краешке висишь, ну. Вот мандула какая, а. Как и вниз-то неохота. Ну конечно, хули, на кирпичных крыльях, на бетонных полетай. Давай, падай, дохни. Да. Опять надпись на весь экран. Кнопка появляется, конечно, закрыть это говно, но, блин, не сразу. Далеко не сразу. Ехала. Да, фарм, безумный фарм душ продолжается. Чёс, конечно, дикий. Так. Ага. А куда это мы по этому карнизику? В никуда, ёпта. Тут все карнизы проходные, походу. Опа, опа. Тут так или иначе спускаться надо, походу. О, а можно и сюда. Боже мой. Я что, не туда спрыгнул? Блядь. Туда-туда, скажи, блядь. Подходи, дорогой. А что, я тут не был, что ли? Непонятная хуйня эта локация. Под конец решили мозги выебать просто всем. Да, но с двуручным мечом они не так круты, как со щитом. Слава богу. Что это такое? Вы-то гномы, блядь. Вы вообще напрасная трата, блин. Выносливости. Вообще ни о чемные ребята. Атаковать из засады. Кто? Два гнома? Об этом можно не предупреждать, они все равно убоги. Странно. На выходе теперь еще одна купель с воском. Хы, мазафак. Ну-ка, в характеристиках-то что-нибудь меняется? Нихуя непонятно. По-моему, выносливость. Выносливость и сопротивляемость стала одинаковая для всех параметров. Вот, защита, смотрите, 144, 144, поглощение 25, 25, 25. Горячий осколок кости. А от огня сопротивляемость вообще нулевая стала. Нет, нахуй мне такие пряники. А чё она не пропала-то? На определенное время накладывается, что ли? Что это за карниз, блядь, где нихуя нет? Даже вида какого-то прикольного нет. Можно с разгону перепрыгнуть, улететь как бы, но куда? Зачем это, блядь, дыра? Чего тут делать? Есть у меня одна мысль, конечно. Ну, ёб твою мать, я восславил солнце, давай мне. Чё-нибудь дай. Вообще восхищаюсь солнцем, блядь. Давай в жесть дракона. Что-то тут надо делать на этом карнизе, я уверен. Просто так этот разработчик нихера не делает. Ну, может, это срезка какая-то обычная. Это ко мне-то как? Как уйти отсюда обратно?
Лжец. Хуец тут впереди. Статуя вон, облеванная воском. Ух ты. Нихуя там гвардия. Ну давай. По одному. А вон и Фраам стоит. Кстати, хрен в томате. Давай, давай, быстрее ты, ёб твою мать. Нихуя ты, Робин Гуд. Все сагрились, заебись. Еще тяжелее топор бы взял, чтобы совсем забавно было, блядь. Ах, чувак, чувак, заебешь ты мне. Ох ты, блядь, какой. Скажи, а ты думал, что, блядь? Да. Вовремя пнуть собрался. Да, тут кольцо убийцы рыцарей, конечно, в помощь. Но он такой, лохабан. Блять, с него нихуя не доспех выпал. Да ладно, ты чё? Хуя на магии после парирования хотел мне въебашить. Это она кинжальчиком запарировала? Ничего ты, тварь какая. Это что за самурай тут, блять? Без хозяина. Кристаллический посох знатока. Реально, где с Фраама, Сет? Почему? Мне только щит выпал. Аникири и Убадати. Он дал своим мечам, блядь, забавные имена. Но это, видимо, коллеги Годдарта этого. Вон они. Охотники, известные как королевские черноруки, да-да-да. Камуи, который присвоил за принцем. Принес Аникири в поселение нежити, где выковал Убадати. Так он подготовился к получению звания королевского охотника. Ну, магичка, мне вообще насрать. Что до щита, то... О, от магии. То же самое, что, блядь, эти два. Только говенная защита от магии. Щит синего рыцаря, украшенный золотым крылатым гербом. Этот щит выделяется среди зачарованных синих щитов. Он обладает повышенным поглощением магии и позволяет владельцу отражать заклинания. Нихуя себе. Весит пятеро, пятеню. 5,5. Да какая в жопу разница, что огонь, что не огонь. А это ты что такое? Хуйня какая-то. Большая душа какого-то там рыцаря. Ебаный царя. Ладно, я думаю, что здесь можно серию закончить, потому что, блядь, больше часа я серии пилить не люблю, а тут, походу, конца и края вообще не видно, так что я медитировать, а вы чего-нибудь жать, чего-нибудь писать, ну и в следующей серии уже точно 100% будет, видимо, финальный.